Так. Всем привет, мои дорогие друзья. Ну что, первый день лета и сразу 26 градусов. Просто. Если так будет продолжаться дальше, то лето обещает быть жарким. Кстати, я читал, что каким-то будет аномальным июль, август. Но это каждый год пишут, а не каждый год аномальный. Хотя бывает аномальный и в другую сторону, в холодную. Так, я начинаю это видео с конца, потому что помните, в последнем прямом эфире я сказал, что у меня есть 5-минутный видеоролик с новой звездой канала, которую мы едем сейчас повторно дозаснять, чтобы получилось не 5 минут, а хотя бы 10-15. Поэтому я вас, вот, вступительная речь, мы сейчас опять с Артемом встречаемся, это в торговом центре здесь у нас. И еще раз ее заснимем, главное, чтобы она работала сегодня, потому что она там не каждый день работает. Но это просто Раиса Захаровна номер 2, я вам точно говорю. Вот, поэтому поехали. Да, кстати, сегодня еще День защиты детей. Поздравляю всех, детишкам здоровья, счастья, чтобы всегда была только улыбка. Ой-ой-ой, тише. Все, поехали. Что-то я наговорил не то, не с конца начинается, просто вступительная речь. А сейчас вы посмотрите первую часть, снятую тогда. А вторая будет вот сейчас, когда мы доедем. Вроде правильно объяснил. Не надо! Ну как не надо? Друзья, теремок. Просто, а как вас зовут? Татьяна. Вы, кстати, похожи. Мы похожи? И вот похожи, тут все похожи. Попить все будет у вас. Попить что будет то. Что-нибудь-то сделайте. А что, уже богатырь наш? Богатырь уже готов. Готовый? Хватит, нельзя снимать. Как нельзя? А вы что? Вы в интернет выложите, нас с работы уволят. Не надо. Почему? Ничего себе, когда хочется спрятать людьми, которые улыбаются. Напишите лучше. Наоборот, вы притягиваете. Нам. Вот у меня есть YouTube-канал Crazy Max называется. Посмотрите. Да? Да. Подписчики, пожалуйста, напишите пару приятных слов Татьяне, а то она заскромничала, говорит, ее уволят. Как может такую красоту уволить? Мы видим на митинг. Да. Ой, не могу. Это почему один, а ну, второй? Все в процессе. А что еще? Суп мы заказали, да? А что еще было? Сыроньки очень вкусные у нас. А мы много сухой этого. А квас не хочешь? Квас разъем 0,3, 0,5. Ну вы так разговариваете, такой 0,3, 0,5. Начисляй. Типа, брать не будешь, смотри, мне я тебе устрою. Как 0,5-то? Мы же маленькие желудки у нас. На двоих. Да? На двоих. Конечно. Ой, не могу. А откуда вы будете родом, Татьяна? Ашо! Ой, не могу, ну правда. Я потом скажу, сюрприз будет. Да? Да ладно? Это... Трудно, нас трудно удивить. 37. Что, еще больше? Нет. Все. Джус нету. А денег нету. Че? Булочка. Булочка белая, да. Черная-то, а? Кэш. Кэш. Если выложишь куда-то получше, я запомнила. Так я вам еще мало того скажу, где посмотреть. Я не просто не выложу, я обязательно выложу. Ой, у меня аж рот заболел. Бывает. Бывает? Татьяна, я вас, обожаю. Crazy Max, только не... не я имею в виду Crazy Max, а есть Crazy Max Live. Два канала, все мои. Точно. Да, пиши Crazy Max. На русскими словами Crazy Max. Это вы... что, снимает, что ли? Да, что да, творит? Да. Да все, мне завтра на работу нужно не почему? Уходить. А я знаю. Прочитайте, скажи, что там Татьяна Васильевна вытворяет. А, все-таки Татьяна Васильевна, то как неудобно, у меня, вы меня старше. У нас нет отчества в теремке, у нас все. Да? И возраст тоже нет. Вот это самое главное. Да, вот 20 и, например, вот 85, да? Блин, у меня руки не могу, мне плохо. А тебе 20? А мне 8. Ой, блин, я чуть не упал. Пишите, ой, не, ой, не могу. Я вам завтра помогу. Помогу. А булочку-то дай.
Кажешь. А булочка-то теплая. Спасибо вам, тюремок. Поспешила ли вас? Ой, вообще. Твоя ноша тяжела должна. Подождите, еще квас-то, да? 0,5. Квасочку-то. Холодненького только, ладно? Обязательно. Обязательно? Обязательно. Через охладитель идет. Да? Квасок-то. Что-то не очень. Не там берете. Так, мне кажется, я должен к вам устроиться на работу. Мы найдем, мы нашли общий язык. Нас... Даже через прилавок, понимаете? Да. Такая шалунья. Ой, шалунья. А как тебя зовут? Шамиль? Татарин. А что с таким лицом? Татарин. Хороший мальчик. Да? Красавчик. Надо брать. Живьем. Девочки, налетайте. У меня просто на канале 80% женщин. Да? Да. Я уже 81-м пошла. Эх, Шами. Эх, Татьяна Вась. Тут люди сейчас, люди будут в шоке. Хоть снимать уже. Ну как я не могу не снимать? Все, я уже все, с вещами на выход. Мы еще вернемся. Бунт устроим. Ой, не могу. Ой, не могу, я вам завтра помогу. По онлайн можно и дешевле, но я не понимаю. Наш красавица здесь нет, нету. Ну все, я расстроен. Другая смена, я уже вижу. Короче, нету нашей Татьяны Васильевны. А мальчика забрали на работу. Ой, на работу в армию. А я в прошлый раз без тебя проходил здесь. Было это. Мальчик был уже. Мы его забрали. А его в армию забрали. Все, Татьяны Васильевны нету. Уволили. Да. Она же говорила, что меня уволят. Я еще видео не выпустил, ее уже уволили. Не получилось, не срослось. Приглашаешь? Или Крым тоже? Или Сочи? Мне шкаф надо покупать. Или в Сочи? Не знаю. Какой Крым, какой Сочи? Так уже ходи, 26 градусов. Сейчас, подожди. Должен спросить. Прошлый блинчик был не такой, не сильно. А где у них блюдо горячее? Салат. Вкусное меню, так, блины с сыром. А котлеты домашние, это из чего? Свинина, говядина. Вот, я буду котлеты домашние с пюре. И блинчик можно сладкий, но я половинку всегда дам. Здрасте. А где же Татьяна Васильевна, наша любимая? Она отдыхает сегодня. А когда она работает? Ну, она 3 дня. Звезда наша. Она же звезда Ютуба, вы знаете? Нет. Она вам потом расскажет. Серьезно? Да. Даже не в курсе. Так, картофельное пюре с этими домашними котлетами. Здесь почему? Да. Домашние котлеты с пюре картофельным. А блин. Сладкие, смотрите, с сахаром, шоколадным кремом. А вот давай попробуем их еще. Имбирный? Давай. И блинчик лимонный имбирный. А соус какой-то? Лимонный имбирный. А соус какой, вы говорите? Томатный, сливочный с хреном. Сливочный с хреном. А парнишку забрали в армию? Нет, еще. Он еще будет проходить. Да. Надо начинать снимать. Сейчас, друзья, я вам сейчас покажу, как Артем делает мне больно и делает больно собаке. Ой, собаке, зачем я сразу тайну выдал? Так, внимание. Кто здесь? Лилу. Кто здесь? Лилу, да? Да. Такой крепыш. Лилу. Лилу. 5 месяцев. Да, да, моя радость, да. Бедный Лилу. А, бедная, да? Да. Это девочка. Лилу. Лилу, сидеть. Молодец.
Похвалить надо, надо что-нибудь дать. Так даю. Она зализывает так. Любит только. В общем, друзья, представляете, да, мое состояние, когда я вижу французского бульдога не у себя в квартире. Здрасте! Здравствуйте! Как у вас дела? Спасибо, хорошо. Там мама Артема, знакомьтесь. У вас пополнение в семействе, да? Ну, Лилу, иди. Вредина, да? Ой, ты моя сладкая, у тебя моя морда такая. Он уходит со мной домой. Да? Она. Да? Ты посмотри. Во-первых, он мне... Во-первых, сразу не отходит от меня. Ты посмотри, какая любовь. Он ко всем, а? Нет, он только ко мне. А ты знаешь, когда сидит на это, вот так на улице ко всем идет. А когда на улице сидит на коленях, все, никого не подпускает. Начинает лаять, рычать и все. Да, моя девочка, иди на ручки, иди. Моя жирбаза. О, господи. Ой. Она сейчас прям начнет зацеловывать так, что прям это захлюбывает. Да моя девочка, да моя. Пойдем с Тошенькой знакомиться. Да? Вам же жить, вам же старость встречать. А я ему, знаешь, я когда забрал, я ничего не вижу. Моя. А чем ты его кормишь? Кормим сухим. Ну вообще, я отучу этот. Он, хозяйка говорит, мясом только кормила. А потом у нее аллергия была. Сейчас вот, видишь, я обрабатываю, прошло. И кормлю только кормом. И эти тушенки тоже покупаю, вот эти в банках. Да? Да? Куда ты морду тащишь? Все, Вася, все. А вот она его дракошей называла. Ее. Это какой-то дефект. Отсюда дефективная собака. Пошли. Уже все загорелись мне этот. И брат такой говорит, хочу тоже себе такой. Подожди, когда он начнет храпеть, ты... Чуть-чуть, иногда опердит как. Наш человек. Лилу, моя девочка. Видишь, она от меня не отходит. Лилу. Да, Лилу, нет. Давай, выбирай, либо я, либо он. Быстро иди ко мне, Лилу. Все, поцеловал на прощание и домой. Давай, иди сюда, давай. Вот, все, вот, правильно, да. На улице это смешно. Как носится, это вообще... Смешно, а так легла и все, посмотри. А с котом что вытворяет? Ну, моя шминка Пеппа, моя девочка. И сколько такое чудо стоит? Платно. Тебе да, вообще. А, я не знаю. Надо Сашу. Ну, Саша покупал ее со скидок, потому что через знакомого. У них, по-моему, там этот еще есть. У нее, кстати, смотри, не сильно приплюснутая морда, это хорошо. Да, потому что я... Меньше он, храпеть будет. Когда скинул фотки... Привет, блондин. Он когда мне скинул сразу фотки, я... Мордочка была зауженная, там на фотографиях кажется зауженная. Я боялся, думаю, знаешь, вот эти с узкими, более узкими. Но узкие это лучше, он меньше храпеть будет. Чем приплюснуть, тем будет больше храпеть. Нет, вот так, по ширине, мне казалось, что она очень узенькая. Думаю, что за француз. Я ехал, думаю, бля, сейчас приеду, там чудо-юдо будет. А увидел, все, сразу забрал, говорю, давайте сюда, Лен. Некогда разговаривать с вами. Лен, иди сюда, Лен, иди, иди, моя девочка. Да. Да мы же с Максом их дурные. Каждый день плангеет в Инстаграме. Да, жопа такая. Ну что, поедем к Тоше? Нет. Так что ты там подлезешь-то? Вылази оттуда. Все раз так. Целуй. Подожди, ты еще молодая, не слюнявая. Потом будет тебе слюнями. Слюняет вот это вот. Мой от чешу. Него, да? Да, мелкая, видишь, такой мелкий. Это надо вычесывать специально, да, щеткой. Не нашел в этом зоомагазине, надо в другом. Рукавицы только куплю. Потому что обычной чесалкой вот этой не любят, сразу врыть хочет, посмотри. Да? Съесть ее хочет. Да, я попробую. А ему не нравится? Не знаю, я не могу понять, то ли она играется так, то ли что. То она кусать ее, грызть хочет сразу. Видишь, все, сейчас грызть ее будут. Ну, на, грызи. Ага. Неудобно, а там же остренькие. Ага. Ага.
На диван запрыгивает, на кровать голос, нет. Голос. Нет, только по делу лает. Люблю голос. 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 Лилу, поедешь в гости? Ничего, скоро мы ее это... Лилу, стоять! Лилу! Лилу, иди ко мне! Скажи Максу, давай! Ой, что-то это подвисает так. Давай, давай мне, давай, 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 моя девочка, молодец. А где игрушка? На. А? Моя девочка, моя маленькая, такая красивая. Как это называют, мама, вот когда волосы неправильно этот? У людей. Тоже бывает. Вот у Саши, у нас, и у Андрея. Ну, он, вихрь или как? Вихрь, правильно? Тоже, видишь, это просто, видимо, волосы и так растут, и так. Думаешь, ты одна такая? Они еще так любят. Да, а сидит как, вот так, сядет на жопу, и вот эта лапа вот так, как человек. Хватит, отдай. Ой, они носятся, как сумасшедшие. Она по нем как-то начнет топтаться, а он ее гонять начинает. Вам сюда не хватает Тошеньки. Ну, ничего, о, смотри. А жалеет, как Тош, этот бублик. Я на нее ругаюсь, а он подходит и вот так начинает ее целовать в губки. Прямо вот так лижет. Либо на кровать ее же не пускаю. Почему такое у него это? Странно. На кровать не пускаю, а этот, а он ее начинает, это подойдет, обнимет, лапу положит и жалеет. Ну это как этот вихрь. Как у людей тоже хохолочек. Ты бы скорее посмотри. Что творит? Чехобусы дорогие. Да что с тобой? Лилу? Я не пойму, а вот ты не сможешь потом чесать его вообще ничем, просто у него такая реакция. Ты посмотри, посмотри, что творится. Нет, я спросил, она сказала. Нет. Фу. Нельзя. Нельзя. Она сказала этим, рукавицей надо специально, потому что этот... У них же подшерстка нет. И еще она и это, активнее. А шваброй, когда пол моешь, что она вытворяет? Давай посмотрим. Проситься за ней будет. Так и полы моем. Она дуркует, мне кажется, просто. Ну, играется вообще. А? А вот это. С этим вместе. Тот тоже носится за... Не сильнее. Давай, давай. Лилу, Лилу. 5 месяцев, это она еще вырастет, кобыла будет такая. А? 5 месяцев еще вырастет. Да не чуть-чуть, ну, до года растут. Слоник будет такой. Ну хорошо. Я с первого раза со своими скипит буду. Он все время с его висока, бублик с его пил киски. Ну не то ли я не замечал, может Лилу. Было? Короче, это видео я должен был назвать «Новая звезда на канале», теперь у них две. Я мне вот тут, Татьяна Васильевна. Ага. Лилу, подожди, мне нужно зафиксировать обложку. Посмотрите на это.
Во, потом зафиксируем. Вот так. Тогда проверим кариес. Зубы молодые, острые еще. С одной тарелки едят. Ублик, бери. 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 Ублик. Дай. Делу. Дай. Дай мне. Дай мне. Дай. Ублик, иди забери. Забери. Неси мне, неси, беру. Дай мне, беру. Ну что, дорогие друзья, вот такие вот звезды у нас появились на канале. Татьяна Васильевна, мы обязательно к ней еще вернемся и запишем с ней какой-нибудь видос. А, ну и, конечно, теперь Лилу будет часто появляться. Я вам хотел, знаете, что рассказать про декабрист. Короче, я сделал вот что. Я разговаривал здесь, у нас соседка, прямо на моем этаже живет, которая занимается клумбами внизу. Я попозже вам покажу, какую красоту она каждый год делает. Вот. И я с ней посоветовался, она говорит, что либо пересадить полностью его нужно было, потому что что-то там пошло уже не так. Я просто вообще его оборвал, он у меня практически весь осыпал. Я оборвал хорошие такие эти, поставил воду, чтобы они дали корни, и заново его посажу в новую землю. Вот, потому что, посмотрите, какой этот у меня красивый. Вот он такой, знаете, мне мама его подарила много-много лет назад. И мне что в нем нравится, то он лет 5, и он настолько медленно растет, он не разрастается, он не мешает мне, он просто вот аккуратненько вот растет, просто. Я прям им кайфую. И я, кстати, еще один сам тоже вырастил. Взял вот эти вот штучки, поставил воду, такие корни дали, что просто... И я вот купил горшочек такой. Я не знаю, зачем он мне, честно говоря, не очень мне, а то он особо-то и нравится. Ну, просто решил его попробовать сам вырастить. Надеюсь, что так же и с этим у меня получится. Вот, а этот кактус, я, многие мне писали, ну, не кактус называется, как-то там молочай, что ли, какой-то. Я его кактусом называю, потому что он колючий. Я его переставил сюда. Там кто-то мне писал, что от него может быть аллергия. Вот, ну, я не знаю, мне его жалко куда-то отдавать. Потому что так хорошо он растет, честно говоря. Ну, типа, говорят, что он опасный, там у него молоко какое-то, если уколоться. Не знаю, я не укалываюсь, его не трогаю особо. Но это тоже мамин цветок, поэтому мне немножко его жалко куда-то отдавать. Вот такие новости. Пока так и живем. В процессе, в поиске. Сложно, конечно, найти то, что нужно, и чтобы по цене подходило, но я пытаюсь. Все, я вас всех обнял, приподнял, поцеловал. Все сделал. Пока-пока.